Всем привет! Продолжаем знакомиться с новинками каталога номер 8. И сегодня мы познакомимся с новинками в аксессуарах. Здесь у нас представлены вот такой вот наборчик из украшений. Давайте поближе его посмотрим. Это ожерелье с золотистой цепочкой, круглой подвеской, кристаллами морских оттенков с удобной пружиной, которая позволяет легко надевать и снимать украшения. И серьги с застежкой, крючком и сияющими кристаллами в оттенках фиолетового и аквамарина. Состав. Из чего состоит? Латунь, сплав цинка и полирезин. Длина вот ожерелья 42 см плюс 6 см дополнительно. Диаметр подвески 1,6 см. Браслет размер 7,1 см на 5,8 см. И серьги с застежкой, с крючком, латунь, сплав цинка, полирезин, размер 6 на 1,8 и на 2,2 см. Ну, цена вполне приемлемая. Вообще красивый, конечно же, наборчик, такой спортивный стиль. Идем дальше. И здесь у нас сумка и кошелек. Кошелек вот так вот выглядит. Кошелек с подкладкой из белого цвета, несколькими отделениями и карманом на молнии для монет. Сумка удобная, затягивающая кулиска, регулируемый плечевой ремень, подкладка белого цвета, два небольших кармана и отделение на молнии для ценных вещей. Материал: имитация замши и кожи, нейлон внутри. Размер сумки 25 на 15 на 30 сантиметров. Размер кошелька 19 на 2 и на 9,5 сантиметра. Ну, несмотря что вот эта имитация замши и кожи, носится все это, конечно, очень хорошо. Все уже проверено. Цена приемлемая. Рекомендую. На этом у меня все сегодня. И до встречи завтра в следующих видео.